Прошу не скипать, маленькое объявление. Напомню вам, что в субботу пройдет финал чемпионата мира. Трансляция будет в закрепленном комментарии под этим видосом. Ссылка на телегу тоже там. Там будут анонсы стрима, поэтому не пропускайте. Финал чемпионата мира, я думаю, нужно посмотреть именно в лайве. Ну и не забывайте ставить лайки, писать комментарии под этим прекрасным матчем полуфинала чемпионата мира. Я думаю, что это историческая серия. Приятного просмотра. Ну и Мидлейн. Чови и Фейкер. Ой-ой-ой. Вот они. Будущее Лиги Легенд. И легенда Лиги Легенд. Это буквально битва сильнейшего мидлайнера в истории, сильнейшего мидлайнера современности. Да? Да? Поехали! Иван против Джинджи. Полуфинал чемпионата мира. Сколько всего было между этими командами? Сколько подряд серий Джинджи обыгрывают Иван? Но сейчас мы не в ЛСК, сейчас мы на чемпионате мира. И Диван стартует с синей стороны. И Диван на этом турнире выглядит очень хорошо. И у нас битва за финал. Статистика Фейкера и Чови в матчах друг с другом сейчас 53 на 52 в пользу Фейкера. Это, возможно, одно из последних противостояний Чови и Фейкера вообще, которое мы видим. И это должно быть полное кино. Я искренне рассчитываю, что у нас будет 5 карт. И надеюсь, что победит сильнейший. Победит сильнейший, победит тот, кто этого сегодня будет больше заслуживать. У нас два бана со стороны Джинджи. В гуму убрали Калисту и убрали Шаю. Йоннефер спик для Фейкера. Минус Джакс Кина, минус Смолдер Чови. Странно, что, кстати, при бане Смолдера Джинджи все равно не забанили Йончика. Как будто бы Смолдер ответ в Йончик у нас обычно был. И тут решили этого не делать. А Нидали... Блокировочки тоже против Кеннина. Ну и, видимо, Скарнер, да. Скарнер для Кеннина здесь остается. Ринихтон для Кина в первой ротации. На первый, второй так рано. С баном Джакса. Аша Рената для Тиван. Вот это я понимаю. Аша супер. Хорошо, Рената. Сигнатурочка керри против Рейника Скарнера. Рената здесь уже выглядит неплохо. Странно, что Джинджи не забрали Ашу для себя. Так, мы ласпик для Лихенса. Что придумаем? Там просто раканчик, maybe, какой-то будет. Но ракан от Зикс просто пиво, но они все равно свапают Леона. Но ракану тяжело в Грагаса играть, с другой стороны. Просто Леона для Лихенса. Если честно, мне драфт Иван больше нравится на первой карте. Они получили супер комфорт, просто максимальный комфорт. Они получили Ашу для Гумы, учитывая, что у Гумы есть проблемы с чемпион пулом. Он не играет из Реалем Кайсой. Ему оставили Ашу. Плюс, ну, Йончик для Фейкера летом было тяжело, но в целом на Worlds на Йоне Фейкер играл норм. Зиус на бочке супер хорош, Онер на Вай супер хорош. Оба проводили отличные игры на этом турнире, на этих чемпионах. Рената правому драфту мешает играть в игру, плюс справа довольно много Magic Damage, можно будет просто им резика себе подбилдить, соло от Эриниктон пиво. Ну, для меня 1-0 Тиван на первой карте с точки зрения драфта, ну, как бы, кто знает, кто знает. Может быть, сейчас Зикс разгонится, может быть, Чови разгонится. И дальше уже могут заснуть Джинджи. И Джинджи при этом смотрит потенциально на дайв-бота. Леона есть, Скарнер есть, контроль есть. Посмотрим, получится ли у них здесь найти дайв. Кеннин. Поехали. Левел 2 Зиус. Бодислэм должен быть. Зиус, Бодислэм. Не попал Ешки по нему Лихенс. Игнайт отдали. Чуть-чуть под контроль. Лихенс подтанчил турет. Бейс. Автотанка. Ой, Кеннин. Тавер агро взял. Он умрет сейчас. Ой-о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 й
Мьюз. Выплешивается Лихенс, прилетает Фейкер. Но Фейкер здесь ничего не найдет, Фейкер отдал телепорт. Окей, Зиус выживает. Очень криво же сыграли на дайве. Супер криво. Две ешки мимо от Лихенса. Две ешки подряд не попадает Лихенс. Как же ждал орёт. Вы слышите вообще это мясо? Так, ну Кин принимает пачки спокойно здесь. Но в целом, неприятно для Тиван, что Фейкер отдал свой телепорт. На бот потерял частично вейв, там 12 на 24 на миде, но большую пачку все равно идет в сторону Фейкера, и он плюс-минус отыграется. Кин чуть-чуть в отставании от Зиуса, и вперед вышел Онер из-за того, что он-то ничего не делал. Сейчас он просто фармил. Кенин не забрал в итоге редбафа Онера, понимал, что после этого дайва идти на ред уже было нельзя. Кин,
с Лихенсом. Ешка опять не достает от Лихенса. Лихенс, три Ешки подряд мимо. Но выбили флеш из керри, минус клин с гумы. Чови, видите с керрию. Но Чови на вейв должен просто пройти спокойно и пачку свою принять. У нас личинки 40 секунд. Там по ботику... Оп, хэндшейк по Чови. Хороший, Кирия. Сильно пробили Чови, Чови без телепорта уже. Без телепорта. Ой, еще и нука прошел. Ну и Фейкер уже фулл камбэкнул по крипам в итоге. Так, тихслэш. Нет, Лихенс выходит. Там большой вейв слишком, там они не могут играть по гуме, там большая пачка. Но значит, этого давления на миде, по идее, Тиван должны личинок для себя сейчас забирать. Просто потому, что Сайлас не особо боевой уже. Чови сильно бит, а Фейкер еще шестой взял. Да, фулл личинки. Фулл личинки для Тиван. Лихенс подходит с Кэнином, что-то Пейс тоже здесь. Так, ну Лихенс посмотрит, но они пять личинок уже отдали. Тиван, в принципе, могут и выйти. Одну личинку отдать, все окей. А можно и стрелу поискать? ТП идет от Чови. Так, ТП идет от Зиуса. А может, и подеремся. Онер. По нему США играют. Ой, Онер за контроль. Онер за интел. Онер вешки Ренаты. Должен умирать. Первый кэп для Чови. Выбивает флеш из гумы еще Чови. Дальше выходит. Окей. Онер далеко полетел. Еще и в Лиу. Но зачем, Олежа? Зачем? ПБ для Чови. Причем, Чови там сейчас вышку так пробьет, что одна ротация зигса потом, и GG могут забрать первую кровь вышки, но у Тиван есть 5 личинок. Они как бы вышки грызут тоже очень хорошо, Кин выходит отсюда, ТП на топ от Кина, играют по вышке GG тоже, кто быстрее, но кажется, что GG быстрее, там еще снос есть. Бочка дает Зиус, пытается запушить вейв. Гума. Минус клинс. Флэша не было уже. Гума чуть не поймали. Первые крафышки забирают для себя Джинджи. Тиван тоже получает для себя вышку на боте. Разменялись. Ну и дальше уже Кин допушит пачку. Зиу здесь вейв примет. Ворует друг у друга грампов. Приколится Човин. На бот пойдет вейв там принимать. Мерки появляются. Гума без двух самонеров. Подходит сюда Скарнер. Тиван выходит. Аккуратно очень играют. Кэньен. Видит всех. Онер там делает Герольда. Выходит, выводит его. Герольд ресетается. Фейкер реколится. У Фейкера Ботрак на базе, походу. Там Ботрак будет. И Гума реколится. У Гумы тоже, видимо, предмет. Кажется, что Тиван могут отдать просто этого Герольда. Потому что Джинджи все с предметами пришли. Там Протремень, там Люден. Тиван только сейчас предметы получают. Кракен и Ботрак появляются. Но Тиван уже идут с базы. Они в целом могут успеть пофайтить. Могут успеть. Чови с ультой Йоны. Чови. Там Зиус будет. Чови выходит пока. Стрела сейчас пойдет. Разворачиваются. Очень больно. Очень больно. Минус керрия. И забрали Герольда Джинджи. Дальше Чови. Цепочка. По Зиусу попал. Кэньен ищет ульту. А, нет ульты уже, нет ульты уже. Не, все, все на этом. Будут ли Герольда сразу ставить? Сразу ставит Герольда, пока мертвый керри, Джинджи хотят Митуру забрать. Джинджи уже вперед выходит по золоту. Вышку должны забирать, по идее, у них Зикс. Взрыв пакет, Герольд, бам. Одну авту какую-то надо дать, не хватает. Да, Пейс рано взорвал вышку. Окей, вышку не забрали, но на следующей вышке Пейзы все равно падает тур. Джинджи открывают вышку на миде, это очень важно. Но теперь затишье. Все Т1 вышки сняли Джинджи, Т2 пока снимать тяжело будет. А, до дракона до следующего 4 минуты. Объектов особо на карте пока нет. И не факт, что Джинджи будут прям что-то супер проактивное предпринимать сейчас. Возможно, будут просто следующего дракона ждать. Кирия сбивает Лихенса тут, стрела. Попала по хэндшейк, хорошо, Фейкер. Ульта Ренаты, все кнопки отдали. Окей, Леона убили, браво. Хороший килл от Тиван. Попробую Т1 на миде продушить, но там невозможно, там Зикс не даст. Не-не-не, это просто килл на Леоне, больше ничего они не получат. Просто килл на Леоне. То есть кому-то лучше скейлиться? Мне кажется, Тиван чуть лучше скейлится. За счет того, что у них есть нормальное распределение АП и АД урона. У Джинджи очень АП хэви.
Солодеринник. И с левым рез можно просто легко билдить. Так, ТП в спину. Фейкер пытается забрать вышку. Фейкер. Танчит ура, ульта пошла. Фейкер сейчас умереть может. Там ульта Леона, ульта Сикса. Фейкер умер. Там Чови прилетел в спину. Ушел в Джоню. Кин ему помогает. Чови. По Зиусу играет. Нет ульты у Чови. Зиусы сильно пробили. У нас на шорте 10 появляется на карте. Пойдут ли они форсить? 30 секунд до Фейкера. Фейкер пожертвовал собой ради вышки. Насколько это ворсит? Ну нет, нет, на шор они не пойдут, у них очень медленно на шор. У них нереально, не-не-не. Какой на шор с Зиксом Сайлосом? Не, без шансов. Это просто килл на Фейкере. Но вышку вскрыли Тиван на миде. Так что в целом норм. В целом норм. 20 секунд рейд. У Тивана очень быстрый на шор. Динджи нужно респектить, что Тиван могут на шоры делать на 20-й. У них аж айоны, они быстро делают на шоры. Динджи очень важно контролить вижу на шоре. Если они будут делать Дрейка. Да, Кэнин пытается какой-то вижу подзабрать, там Тиван на реколе все. Лехенс. Глубокие варды ставят под телепорты потенциальные. У Тиван есть инфа, что там будет вижен. У Джинджи они видят все. И Тиван пингует на шоре. Тиван пингует на шоре. Лехенс реколится. Тиван забирает вижены на шоре. Что, стартить будут? Тиван стартует на шора. Пейс без телепорта. Идет сюда пешком. Инстп. Лехенс только с базы идет. Тиван быстро на шоры делают. Тиван на шоры забрали. Кэньон. О, так это все, это на шор забран. То, что я и говорил, надо контролить, это шор, а Джинджи не законтролили. Тиван на шор, по Чови играют. Ой, хороший ульта Фейкера, Чови умирать должен. Чови флешаут, Чови убили, Онер тоже умрет в размен, приходит Кэньон. Его Зиус стопает. Кэньон, по керри идут играть. Керри с лошом, бочка хорошая, Зиус. Лехенс подстанил, Лехенс умрет, скорее всего. Да, флешивается Зиус, забирает его, там Кэньон один дерется против троих. Кэнин тоже умрет. Что это же сделали? Тиван делают минус 3. Джинджи первый раз против Тивана играют? На шор на 20-й? Как неожиданно. Кто бы мог подумать, что Тиван так делают? С Йона Шой. Чови пачку принимает. Фейкер. Ой, хорошо, Фейкер. Ой, хорошо. Но Таверхит еще поймал. Так, да, Зикс ультит. Пытается отпушивать, но там 5 личинок у Тиван. Так что они свое дело делают. Фейкер забирает на топе вышку. Фейкер сильнее. Фейкер забирает тура. Идет на мид Чови, пытается мид подеф. И тут Онер вместе с Кири. Бафует вейв. И на боте вейв подходит, там будет Зиус по туру играть. Да? Т2 забирают на боте, Тиван развели по карте здесь, хорошо! Скрывают 2 Т2 вышки, третью тоже, скорее всего, заберут, преимущество уже 3000 золота. И Т2 на миде тоже падает, стрела по Кэнину, бочка, и это мертвый Скарнер, ульта Фейкера. Двоих цепанул, конечно, Кэнин, но там ульта Рената еще пошла, из-за этого цепляется Лихенс. Кейн подрубает ульту. Лихенс летит в гуму. Плохо. Чови файт не заходит. Лихенс умрет за это. Так, а Тиван сейчас могут попробовать на энд посмотреть. Но вейва нету. Вейва нету на миде. Не, ладно, на энд не буду точно смотреть. 2 килла еще нашли. 4500 преимущества Тиван. Чови с Кином смотрят на Фейкера. Фейкер с лошом. Кукушка стакнута. Нет, здесь Фейкер спокойно выходит. Фейкер? Зачем? Не достал Чови. Так, ТП Фейкера. На мидвейв. Могут стрелу смотреть. Можно стрелу смотреть, гума. Чови забирает бочку. И речь от кабиты будет. Джинджи идут контестить. 7к. 3К. Так, ну дракона забирают. Кэнин. Ешки едет мимо. Онер. Пытаются реингейджить. Там по Керри играют. Керри. Ой, Керри шотит Чови. Керри умирает. Лихенс должен в размен уйти. Чови в жоне пока. Зиусу больно. Там гума стреляет. Гума стреляет. Гума, 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 гума. Гума хитает. Онер убил там в эклайне. Гума хитает. Гума хитает. Гума всех убьет. Гума всех убьет. Тиван эндит. Тиван эндит по миду. ГГ. ТП Зиус. Куда ТП? Погодите, мини-карту, куда ТП? ТП на топ. Эндит. 40 секунд, по идее, эндит. У них 5 личинок. По топу просто. По топу, по миду, у них 2 вейва. Но надо на одну сторону идти.
По топ энд. Первые Т4 забрали, 15 секунд, да, это точно энд, это точно энд. Здесь Лихенс не стопнет никак. Это точно энд, ГГ. 6-0-5 Гума, фрихитал всю драку. ГГ 1-0 Т1. 1-0 Т1. Ебать пот. Да, Джинджи будет теперь на синий. На синий, конечно, гораздо легче Джинджи будет драфт. Тиван надо банить Йона, Тиван надо банить Аврору. Вообще странный драфт от Джинджи был. Вот этот Рениктон в первой ротации, это ред флаг нереальный. Зачем они этого Рениктона пикают? Так, Джинджи банят Калисту Шаю. Йона в бане, Смолдер все еще в бане. Ну и, видимо, Аврора должна быть в бане со стороны Тиван. It's going to be so much harder to fight back. Going to have to be a really big pivot as the smaller, even with the Аша бан, да, три бана в гуму. Просто три бана в гуму бьют очень сильно по чемпиону пулу Гумаюши. У него нету Кайса с Эзреалем, они у него не уверенные. Аврора в бане со стороны Тиван. Три бана в Чове, три бана в гуму. Чов и Пэшем. Скарнер? Ну, кстати, могут... Ну, не, ладно, Скарнер логичнее. Так, Кейтлин, окей. Киндред? Нихуя себе. Киндред для Онера, Кейтлин для Гумы, дабл АД сразу. Элас Пик для Фейкера. Сайлос. Сайлос, Торм, ультимейтарий есть. Ну, ХЗ, кстати, для меня опять выглядит драфт в пользу Тиван. Типа, у Джинджи пул All-In комп с Кайсой, с Арии, с Рел, все вот эти кнопки вперед нажимают и так далее. Против Макая, Браума и Киндред. Фулл дайв в этот правый драфт. Я вообще не уверен, что Джинджи здесь будут выигрывать файты. Им очень тяжело будет играть. Как будто драфт выглядит опять в пользу Тиван. А если Тиван еще сейчас карту на красный выиграет, то дальше только реверс-свип. Так, ну что, Зиуса будут дайвить, но там Браум. Нет, Макай Браум, но no way, что вы это будете дайвить. Но вы вчетвером, Керри, левел 1, цепанули Керрию. Ну окей, Керрию сильно пробьют здесь, очень сильно пробьют. Керри сейчас умрет, Керри умер. Окей, они дайвят, это легко. Зиус еще левел 1, окей, левел 2 взял, вешка будет. Должен умирать Зиус. Хорошо раскинул, задоджил, красиво. Но его все равно дайвят, да? Кеннин, таверхит лишний. Кто танчит? Кин танчит. Пейс! Окей, хорошо, Джинджи раздавили, красиво. Все живут, 2 килла нашли. Но Зиус должен ТП давать. Это 2 пластины, плюс дайв, плюс вейв теряет Зиус. ТП на топ отдает Кин. Там большую пачку ведет Гума, и вейв этот спокойно Кин принимает, так же, как и Зиус на боте. Очень хорошо поймали Керри еще Джинджи. Фейкер ТП на топ. Нет, Тиван все-таки не стали по бутурту играть. Тиван все-таки идут контестить личинок. Кин без телепорта на боте. Кин без телепорта, но надо бы вейв прийти идти Зиуса принимать. Ну нельзя так много терять Макаю здесь. Он слишком сильно может на вставание улететь от Джекса. Фейкер трапает Фейза, Фейкер. Фейкер левел 5. Идет сюда Уонер на вижене. Фейс. Левел 6 взял. Фейс на ульте пытается выйти, флеш отдает от цепочки Фейкера. Выбили флеш, выбили ульти с Кайсы. Но личинок забирают для себя Джинджи. Да, 3 личинки для Джинджи. В размен на флеш Пейза. Чове сразу взял килл редакшн, кстати. Так, Кин забирает Лейту на боте. Просто под Макаем. В этом проблема. Джакс будет на сайде очень сильный. Фейкер забирает ульту Кайсы. Станет, контролит. Лихен с флешку. Фейкер напредиктовал вешку, Пейс забрали. Фейкера, зачем Лихен с флешку? Куда он флешнул вообще? Там уже стартует Кэнин. Ну не, ну Уонер вообще в бутсайде, это три личинки. Да, это еще и 6 личинок для Джинджи. По Джакса. Типа, то есть проблема сейчас основная даже не в том, чтобы... тимфайтах там каких-то и так далее. Джинджи могут просто особо через тимфайты не играть. Они и так получают личинок, они дефают бутсайд.
тура. И Джак с шестью личинками, который на сайде просто будет все время забирать вышки, выйдет слишком сильно вперед, и уже потом его будет не остановить. Тут в этом основная проблема сейчас. Просто вышедший из-под контроля Джакс. И тут Бутур отыграть. У них есть снос, есть личинок. Это ферзбот вышки для Джинджи. Тиван это не дефует. Но Джинджи начинают набирать прям жесткий темп этой карте. Преимущество уже практически 3000 на 13 минуте. Это очень много. Лихенс. Поймали Кирю. Ультанул Лихенс. Кири очень больно. Есть рядом Онер. Летел вперед Пейс. Онер ультит. Спасает Кирю. Пейс выходит. Подбочит ульту. Лихенс не подбочил. Ну окей. Кирю выжил. Онер спас. Но нет ульты, но нет ульты Онера теперь. Там еще Герольд появляется. Но в теории могут Дрейка дать Герольда, забрать с Герольдом скрыть метуры, потом могут Джинджи просто больше вышек будут получать. Да, Тиван будут трейдить, заберут дракон, заберут бот вышку, но Тиван, но Джинджи просто получает больше. Они могут забрать и топ туры, и могут потом с Герольдом скрыть метуры. Так, Кири, слушай, Лихенс, а ты что здесь делаешь? Лихенс умер. Фрикил для Онера. Фрикил для Онера. Но пока дракона не трогает, по боту пока не играют. Идут мид еще. Там ТП. Летит Чови, Пейс играет по вышке. Рядом Скарнер есть. Но... Чови ультанул в гуму, не попал. Кири, 3 секунды до ульты, окей, Чови выходит. Ну, вышка-то на топе падает. Вышка на топе падает, Лихенс уже встал. И в теории Джинджи еще могут успеть задефать либо Бутурет, либо Дракона. Но Дракона, видимо, нет, но Бутурет еще как раз можно. Да, Дракона забирают Тиван. Кэньон... Онера не было смайта! Кэньон Дракона стилит! Ёпс тудэй! Онер был без смайта, куда ты смайт дел? А где смайт-то, брат? Выставляется Герольд на мид. Да, Герольда стукнули, да, и мид вышку забирает Джинджи. 3000 преимущества Джинджи сохраняется. И два дракона есть, и душа хикстековая под Кайсо Сари. Ой, хикстековая душа хороша. Хикстековая душа тут очень хороша. Ну и пока Джинджи просто доджит все драки. Они, в принципе, не дерутся против этого Мака и Киндред Браума. Они разводят по карте, забирают вышки и так далее. Так, Кин. Джинджи смещаются в бот Т2. Мид при этом пушит Чови. Кин с трифорсом. Двухслотовый пейс, 6 личинок. Просто начинают душить Джинджи. Закрывать бот Т2 вышками Тиван. Мид тур это очень сильно битый. Джинджи сразу сюда все ротируются. Чови со сносом. Ультимейт фейкер у Чови забирает. Подстанили Кирю. Кирю дает ультимейт. Ну капчик, ну такое. Чуть-чуть пропоукали, вышли. Кирю битый при этом на пол хп, и вышка почти упала. Вышка практически упала. У Онера три метки. На рунах справа чат видно. Но просто пока контролит Vision GG. Они как бы прошлой картой и научены. Они прошлой картой научены. Надо контролить на Шора против Тивана. Но драконы при этом стартуют по эскину вдвоем. Тиван это не контестит, это третий дракон для GG. Там Лихенсу надо выйти, он что-то далеко зашел. Дракона быстро забирают Джакс с косой. Да. 3-0 под Рейком. Джинджи, 5 минутах ход души. 5 минутах ход души дракона. Онер еще 3 метки всего на 24-й. Так, Лихенс. Чуть не встрял тут. Бейкер забирает ультимейт, Рел. Ну хз. Так, Джинджи агрессивно заходит в вражеский джангл, продавливает еще дальше вижн. Керри, но флеш, нельзя фейс-чекать ничего, Керри. Ты умрешь. Но Тиван ничего не видит, им надо как-то проходить. Керри пытается аккуратно выйти. Керри, фейс-чекает Чови, чарм попал, Кеннин контроль, Керри мертвый. Но им надо было как-то фейс-чекать. 50 секунд. Че, Джинджи просто на Шора будет форсить? Чови, Чарм... Ой, чуть-чуть не попал по фейкеру. Чови без ульты будет. Джинджи форсит на Шора. Кеннин с ультой. Пейс потихонечку полкает. Фейкер пока доджит. Кин в спине будет. Кин в спине на Джаксе. Два предмета. Страшный Джак в спине. Корни пошли. 3К. Джинджи будут тернить. По Зиусу играют. Чарм мимо. Лихенс слышал, Зиуса убили.
Дальше на Шору будут делать. Иди сюда, Керри. Кейнин все еще с ультой. Кейнин все еще с ультой. Кин выпрыгивает. Зонит Онера отсюда. 4К. 2К. На Шора забрали Джинджи. Кин еще выигрывает время. Выфлешивается. Фейкер лоу. Кейнин едет. Кейнин цепляет. Кейнин. Ой, там еще и Гума цепанула. И Гума умирает. Это минус 3. Эндить будут, нет? Да не, наверное. Хотя, 40 секунд. It is a systematic dissection of T1. One by one they fall. 20 секунд. Вообще, у них 6 личинок. Там один онер, но сейчас Зил станет. Не, все, сейф, сейф. Это еще и хикстековая душа. 9000 преимущества, хикстековая душа, барон. It's over. It's over. 1-1. 1-1. Но как бы правый драфт работать не будет, если ну, вы в таком отставании. Вас просто отъебали по карте, тут правда. Так, Gen.G заходит на Т3, мид уже забрали на боте. Фу, мид уже забрали ингиб. На топ иду дальше. Перебиты на пол хп. Кин. Ой, там по Гуме прилетела вышечка от Кайсы. Там еще Жоня появилась у Пейза. Пейзу больно. Отошли. Инди забрали. Две стороны. Ну, вообще можно и за Инди. Кайсочка просто паукает. Там еще Чарбик можно поискать. Так, ну корни пошли. И он пытается подефать. Онер стреляет. Кайкинин вообще особо урон не чувствует. Ваншотнулся просто Браун. Дальше Пейс летит вперед. Зиус пока подожил. Зиусу больно. Че, ведь брать убийство Кейнстан. Милосовечки от Онера. Но здесь Джинджи должны финишить. Минус Онер. Минус Гума. Гума умирает. И это 1-1. 12-1. Абсолютно чистейшая карта. От Джинджи. 1-1 в этой серии. У Тиван был норм драфт. Под файты, но их просто переехали по карте Верли, и мы до файтов ровных не дошли. Поехали! Третья карта, Тиван против Джинджи, Тиван на синей стороне, Джинджи на красной стороне. Соответственно, Тиван драфтит чуть-чуть легче. Будут ли банить Джинджи Ашу или оставят Аврору Йоне? Посмотрим. Аша, Аврора, Йоне, Скарнер. Что за баним? Йона сами банят Тиван. Окей. А банят Аврора тогда Джинджи. Соответственно, и Ашу получает для себя Тиван. Или Скарнер. И Аша будет больше, чем Скарнер для Тиван. Скарнер для Джинджи. Скарнер Джакс. Как BLG вчера. Просто Рел. Как будто с раканчиком было бы приятно играть с Ноктюрном Сари, просто в бэклайн дайвить. Но с Рел, трех милишников, которые есть слева, тоже нормально этим файтом смотрится. Ой, не знаю. Израиль Ари в целом довольно комфортно себя чувствует против левого драфта. Как будто дефенсивно могут играть. Аль, с другой стороны, Акали тоже не то чтобы прям много кому можно контролить справа. Но Аша, я не знаю, как карта будет играть против Ноктюрна Ария. Джинджи очень хорошо с Ноктюрном Арией играли. Мне нравится драфт Джинджи с Ноктюрном Арией. Они очень хорошо это реализовывают. Ну, поехали. Ой, Зиус на борде стоит. А есть чем поймать? Чарм? Ой, Зиус фейсчекает Чарм! Это первая кровь для Джинджи. Кому килл? Килл для Пейза. И килл для Пейза. Рекол за каплей? Рекол за ранней каплей? Или чё купим? Да. У Пейза капля левел 1. Неприятно. И на бот идут Джинджи. И будут стоять нормальную лейнфазу. Фейкер бит уже. Это Акали, Вари. Да, Верли поддушивают на милишнике. Ой, у Зиуса все хорошо в целом. Но Зиус этот матчап играет классно. У него вообще Грагас очень хороший. Тут в ком-в-ком в Зиусе здесь вообще нет сомнений, что его Грагас будет супер полезен. Но он и в первой карте был хорош на Грагасе. Ой, что версет сбил Фейкеру. Так, Гума приходит с ресета, 20 секунд до личинок. Пейс пока на боте. Пейс большую пачку на боте толкает. Фейкер идет с ресета. Чё весь телепортом? Еще Кин.
Больно Зиусу. Им только ТП свой дал, но у Зиуса свой телепорт есть. Он, если что, перед личинками может подреколиться. Чови ТП на мид. Так, Фейс допустит еще одну пачку на боте, скорее всего, после этого пойдет... Не, вообще отдают личинок, просто идут дракона джинжи. Да, личинок забирают тиван. Морского дракона для себя забирают джинжи первого, просто размен объектами. Так, Керри с Гумой остались пока на топе. Трапают Кина. Убьют ли они его? Там еще Онер идет. О, Кина могут убить. Стрела? Да, это мертвый Джакс. Хорошо затрапали. Цепляет Вай. И это убийство для Тиван. Килгуми оставить. Онер забирает убийство. Хорошо, хорошо. Сыграли о том, что как будто рекольнулись, разбайтился на это Кин. И ловушка захлопнулась. И есть три личинки, с которыми можно погреть плейты. Так, Тиван личинок форсят. Ген рекольнулся, ТП в спину. Так. Но это четвертая личинка для Тивана. Ой, сейчас закроет. Это мертвый Керри с Онером, походу. Керри флешнет. Энгейдж от Лихенца. Керри пока не флешает. Приходит Грагас, прилетает сюда Фейкер. Так, а Лихенц-то умрет. А дальше покину Фейкер. И выживают здесь Тиван, и наоборот разворачивается, и Покин играет Фейкер. И Фейкер забирает это убийство для себя. 2 в 0 драка в пользу Тиван. И 6 личинок в придачу. И очень хорошее раннее преимущество. Выглядело так, что джинжи жестко должны закрывать. Ноктюрн, Джакс, Рел просто коллапсили. Но у Чови не было телепорта! У Чови не было телепорта, там КД еще чуть-чуть. А зачем тогда джинжи это форсили? Но Тиван сейчас вышку заберут на топе. Чови Чарм. Ууу, чуть по Фейкеру не попал, но вышка падает. И первый круг вышки для Тиван. И 3000 сразу преимущество по золоту. Сразу же 3000. О, Преклис там довольный. And Helper and Mata get more and more stressed as this game goes on. Still, a lot of game left to play here. We are tied up in this series. We'll see whether Gen G can claw their way back to an even game state. Как будто Gen G могли просто сыграть, если бы раньше Кенни ультанул под ТП Кина сразу. Ну как-то они в разнобой кнопки нажали. Реакция талисман, да. Так, Ин на боте. Тиван смещаются все в бот. Здесь рядом Ноктюрн, рядом Рел. Лихенц на вижене. Тиван вчетвером, с шестью личинками. Но два дракона, кстати, у Джинджи есть. И опять хикстековая душа может быть. This is a big gamble if Gen G do decide to go for it once again. Chovy is very far away, but this time has the teleport up and available. Так, Кин пока просто пачки отпушивает. Фейс пушит мид. Чови пушит топ. Но Чови с ТП. Могут попробовать посмотреть на файт Джинджи или отдают вышку. Отдают вышку, фул. О, ну это очень много денег для Тиван. Это очень много денег для Тиван. Керри, плюс 1000 на Лихенца. Плюс 1000 в лесу, 1200 на саппорте у Керри. Так, Зиус, чувствуешь, что здесь Лихенц? Не подставляется, Джинджи просто вышку забирают, а пусть Чови выдает, чтобы наверняка вышку забрать. Хоть какое-то золото для себя получить. Но там победу, там сейчас Джинджи просто Т1 на миде скроют. Да, сразу же кроссмап, сразу же Тиван на это отвечают. Выставляется герой на мид. Онер за рулем. Стукнули. Вышку пробили, пока не забрали. Снос. Вышку забрали. Лихенц убрет. Стрела. Лихенц интит опять. Дальше поехали, Керри. Или что? Врезаемся. Оп, смайтит. Кэнин под фокусом. Его ультит сразу. Ой, хорошо. Фейс. Ну не, Фейс здесь не убьют. Онер. Не застал, сразу сыграл. Там еще и на топе Т2 играют. Кин, задефает ли он? ТП идет в спину. Кин. Там Пейс зазонит Керри просто. Лихенц подходит. По Кину играют. И Кин умирает. Ой-ой-ой, как же Тиван ебут. Падает Т2 на топе. 6000 преимущества моментально. Просто в мгновение ока. Не успели глазом моргнуть. 16 минута. 6000 преимущества Тиван. Как же ебут. Так, окей, Т1 забрали на миде Джинджи. Преимущество пятерик. 1500 на АДшнике.
Т2на боте вскрывают Тиван без контеста здесь тоже. Еще деньги для Тиван. 30 секунд от дракона, которого контестить Джинджи не могут. Просто Ctrl-C, Ctrl-V, три карты подряд. На синей стороне. И ни одной ровной. О, Лихенс поймали, здорово. Так, ну Лихенс умер. Ой, Фейкер! Слыша, пытался стопнуть Пейза, летит дальше. Фейкер чувствует кровь. Там Онер в спине, нету Т2. Там Т2 нету. Кенни свет выключил. Полетел Онер вперед. Кенни должны убивать. Он летит, пытается выйти. Забрали. Ущи ульта прекрасно от Кирипа. Кину доиграть можно. И Кину тоже забирают. Но на Шора нету на карте. Как же Тиван просто нереально инициативно играют. Они видят цели, видят препятствий. Таргет на карте появляется убить. Трахать. Не сработает. Да я так говорю, нет, здесь по факту просто. Так, Керрию цепанули. Так, Керрия. Но он живет с вешки, он живет с вешки. Минус Кэньен, дальше минус Лихенс, минус 2. Кин прилетел, но Кин, они разобрали. Стрикс сел из реаль. Кин тоже падает. 3 в 1, 5 по сути 1, но джанглер мертвый. Ну и на Шора все еще нет на карте. Ну можно Т2 на миде забрать. Чови попробует подефать. Вообще Тиван лоу. ТП идет, Фейкер просто поддефать вейв. Там личинки мешают Пейзу нормально кушки кидать. Так, ну вышка пока жива. Так, Лихенс. Там Т2 на одно хп стоит. Джинджи пытаются редбафчик свой получить, там Онер душит. Так, Фейкер опасно. ТП спину от Чови идет, ТП спину от Чови, Джинджи форсить будут. По гуме играют. По гуме играют, США. Гума одно хп. Там Чови в спине, Чови. Чови гуму убьет. Гума умер. Один в одного, минус Джакс. Чови, дальше что? А дальше ничего, дальше уже нечем. Чар мимо. Лихенс мисс позиции, опасно. Но он еще с ультой. Джинджи могут попробовать подфорсить. Чови, не, ничего не нашли. Но убили Гуму просто. Дракон минута. 6 тысяч преимущества Тиван. 0-6 Кин, 0-4 Лихенс, блядь. Пейси, Чови, реально. 1-0-2, 2-0-0 в пузырьке у парня. Ну да, Джинджи просто трапают. Но если Джинджи найдут какой-то килл, они могут пойти на Шора форсить потом. Чекают. Пусть чек, нет? Лихенс? О, ну тут толпой Тиван, тут толпой Тиван. Флешаут от Лихенса. Стрела по Лихенсу. Лихенс умер. Дальше летает Ренаты. Никого не цепляет. Онер. Пейс вышел. Мертвый Лихенс. Кин пытается отпушить мид. Зиус не дает. Но на Шора сами форсить Тиван не будут. Реколится Онер. Блин, ну вообще могли, мне кажется, как-то подфорсить, попробовать с этой засадой по двоим там Джинджи. Странно, что забоялись играть. Просто отжирают кемпы. Так, Джинджи в пятером. Зиус на боте. Но им трудно зафорсить, у них ноль вижена какого-нибудь. Им некуда форсить. Так, Тиван стартует на Шора, поехали. Тиван стартует на Шора, есть тени тринки тут Пейза, он чекает, видит. Все, Тиван сразу выходит. Сразу выходит, никаких вот этих коинфлипов, никаких монеток нам здесь не надо. Нас спалили, выходим. Но... можно делать это еще. Потом улетает из реаля, правда, будет чекать. Там есть чем чекать, Тиман. Есть чем чекать. То есть, Джинджи чекать. Онер. Стрела по Чови. Мимо. Чарм попал. Ой, Пейза поймали. Минус Клинс. Далеко полетел. Онер далеко полетел. Онер далеко полетел. Пытаются зафоловить. Пейз одно хп. Фейкер. Пейз живет. Ой, ульта Рената хорошая. Минус Рел. Тиван выигрывает файт. Там Пейза закроет Онер. По гуме играют. Гума. Кин вышел. Минус Кэнин. Минус 3. Тиван по топу. Попробовать эндить. Онер пытался... ой, Кэнин пытался просто с флеша в вейв сыграть. 6 личинок. Они, кстати, закончат, походу. Чови без ульты. Он ничего здесь не сделает. Ой, флеш от Керри почти поймал Чови. Чови флешаут. 4 крипа. Кин пока дефает. Кин. Вейв забрали. Кин убили.
Вейва нету. Там встает Релл. Хочет рекольнуться Грагас. Еще одна пачка подходит. Лихен стрел, Гум его просто режет. Минус Лихен. Чови поймал фейкер. Чови должен умирать. Жоли оба уходит. Чови и фейкер выходит еще на ультимейте. И это 2-1 в пользу Тиван. Они в одной карте от того, чтобы наконец-то выиграть Джинджи. Best of 5. Да и Best of 3 тоже. И выйти в гранд-финал второй год подряд. Третий год подряд. Третий год подряд. Додушпили. Как же они долго играли эту карту. Но нашли в конце ладейчку. Керия красиво кушечкой цепанул Пейза. Очень важно. Четвертая карта. Ну, нужно 5 карт. Джинджи на синий, забирает Ашу. Смолдер, Аврора и Йоне в бане со стороны Тиван. Минус Сайлас, минус Шай, минус Кали со стороны Джинджи. У нас 4 бана в мидлейн. Фейкер в теории может попробовать забрать себе Ари сейчас, чтобы просто комфорт получить. Ну и да, Гума на Варусе. Кейтлин не сработала. Попробуем с Варусом. Нидали для Кейнина и Чови на Тристане. Джинджи достают свое секретное оружие в виде Нидали Кеннина. Мы видели, что это Нидали делала с флайквестами. Мы все знаем, что это Нидали может сделать. Это лучшая Нидали в мире. Кеннин на Нидали. И это страшно. И это опасно. Зиус забирает для себя Джакса. Маокай для Лихенса. Либо для Кина. Тут как бы Поппи Маокай еще флекс у Джинджи. Посмотрим, куда они его закинут. Керри, ласт пик. Браун в бане. Пайк? Пайк для Керри. Ну, с Пайком, кстати, в Эрли, конечно, можно поддушить, но Маокай в целом очень хороший пик Пайка. Но Керрия может на Пайке просто пытаться давить и мешать Кейнину играть в игру. Вот в чем суть Пайка может быть. Керрия. Оп, заметил инвейд. Есть инфа у Тиван. Хук, Керри. Пейза поймал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошла грязь. Пейз без флеша на Аше левел 1 против Пайка Керри. Здесь со свипером вижен снимают Джинджи. Керри. Ух. Оп. Лихенс. Минус флеш. Еще один флеш выбивает Керри. Пошла душниловка. Как же много давления он дает на Пайке на своем. Так, Зиус доводит пачку на топе, Кин пытается подфризить, кстати, но вообще Кин может это сделать, да. Зиус битый. Ой, чарм хороший от Фейкера пробивает Чови. Чови пытался агрессивно сыграть, Фейкер по миньончикам идет. Окей, большую пачку примет. Но Кеннин пока просто флуклирит, Онер смотрит на мид. Чови сильно битый, Чови без вижена. Онер едет, Чови флэш теряет, у него не было вэшки, ему вэшку сбил Фейкер. Кенни на боте, Керри еще хук по Лихенсу. Плюс 10 гума по миньонам. Ну если бот Джинджи затерпит, потом, конечно, Маокай будет сильно полезнее, чем Пайк. Так, Керри левел 4 ровно топ. Ой, а Кин-то лоу. Зиус, хорошая вэшка от Кина. Кин сейчас может разбазиться здесь Керри. Хук, мимо. Найс сайдстеп давал, Кин живет. Керия здесь что-то ползает, червь. Видит Кейнина. Так, ну кстати, Гума сейчас подставиться на боте может. Там ему в спину Маокай идет. В спину Маокай Гума идет. Минус Клинс должен быть, походу. Гума. Минус Клинс. Стрела. Хороший этот ответный трейд от Гумы. Очень хороший. Просто клинс. У Пейза почти флеш вернулся. Так, личиночки. Да, и Гума с Керри первый. Оп, Фейкер. Чарм. Кеннин. Чарм попал. Ой-ой-ой. Кеннин жив. Нет, первый кровь забрали. Тиван. Фейкер. Вцепился в Кеннина. Убили Нидали. И это личинки для Тиван. И никакого раннего давления Джинджи нету. Слишком много давления на карту дает Керри. Лихенс.
У него флеша нету. Лихенс куда? Чарм. Минус Лихенс. Так, Кин. Играют по Гуми. Гума флеш. Не на резбазы бежит. 2-0 в пользу Тюван. Окей, Джинджи и Личинок здесь еще подерутся. Сейчас Нидали придет. Да, окей. 2-1 по личинкам в пользу Джинджи, но 2 килла для Тиван. Килл для Гумы и килл для Фейкера. Куда Лихенс так рада пошел? Там Керри рыбачит опять. Так, ну они здесь с Кином. Зиус без ТП. Но они вчетвером вряд ли что-то здесь делают. Керри? Кук? Лихенс по туру полетел? Что? Зачем? Лихенс вообще ёбу дал. Так, ну дракончика там забирает Кеннин. 30 секунд личинок. Человек, конечно, нормально фармит. Но там килл плюс ассист у Фейкера, и он все равно впереди по золоту. Все впереди по золоту. И Зиус-то плюс 30 практически уже. Джакс-то фрифармит. В левый драфт Джакс очень хорош. Но если Джинджи сейчас не найдут какой-то темп, ХЗ, их просто зовут Скелет, мне кажется, с Джаксом. Зиус ТП, а пейс на боте. Ой, так это 4 личинки для Тивон. Так, ну на Геродия забрали позицию Джинджи. Ох, ебать, стрела залетает. Нидали, конечно, подхиливает. Но все равно больно. 34-12 Гума на Варусе за все время. Кирем. Пока. Еще стрела залетела. Фейкер ТП на топ. Вышку на топе заберет. ТП идет сюда от Поппи. Так, Джинджи в пятером. Буду драться. ТП идет от Зиуса. У нас будет 5 на 5 за Герольда. Джинджи будет искать стрелу и пытаться разворачиваться. Им надо сыграть первыми. Их закрывают. Там Керри в спине. Гума, ульта хорошая. Там сейчас умрет Макай. Лихенс просто умер. Керри цепанул Чови. Там Чови по Керри играет. Подставили Чови. Чови. Флэша нету. Керри вышел. Герольда забрали Джинджи, просто килл для Тиван. И все, на миде падает вышка, Кин, флэшаут. Ну Лихенс просто мясо какое-то в этой серии. Почему они первые дефорсят со стрелой с Макаем? Просто пытаться по любому таргету сыграть. Выбить хотя бы самонерки позицию. Фейкер, два слота уже, лич бейн готов. God fucking damn. But I think a lot of players have moved away from it towards the Leandres instead. But Faker has really liked Lich Bane for a little bit of extra side lane power. Lichens, что гуляем? Lichens? Lichens? Гума? Ульта по Лихенсу? Чарм? Такой же сабдив в этой серии невероятный. 0-4-0. Дракон, минута. Джинджи что-то группят. Но они пытаются группнуться, но им очень трудно сейчас по Тиван сыграть. У них нету вижена. И Тиван достаточно мобильный. Гума с клинцом. Ари мобильный, Пайк мобильный. Но по Скарнеру играть тяжело. Но ставят Герольда на мид, Джинджи пытаются сыграть по миду. Кеннин. Фейкер ищет чарм. Пробил Кеннина сильно, Фейкер без ульты будет. Лихенс в Герольде. Стукает, там сразу же едет Тонер. Лихенса ловит, и Лихенс умрет за это. Пошли корни, двоих цепляет Скарнер. Стрела по Скарнеру. Нет, не попал, попал по Пайку. Зиус. И все живут. Разошлись. Но Герольда стукнули. Лихенс флэш. Турот на топе. Фейкер без ульты. Лихенс. Фейкера цепанули. Фейкер должен умирать. Так. Плюс 500 для Кеннина. Но их закрывают. Зиус подставил Кеннина. Кеннин. Кеннин умер. По Лихенсу сразу играет. И Тиван все равно доказывает. Это 2 килла для Зиуса. Они дальше чейзят, по-моему. Но Чови вышел вроде. Они на Шора форсят. Кеннин мертвый. Чови ТП на мид.
Просто ПТ-2 сыграть с Пейзом, но они на Шора дают. Они отдают на Шора, пытаются просто вышки забрать. Хоть какое-то золото в размен получить. Забирают Т2, забирают Т1 на боте. Идут в сторону дракона. Здесь уже керри надоедливый. Фейкер встает, идет сюда Лихенс. Джинджи стартанули Дрейка. Керри видит пейса, хук. Ну, керри выйдет отсюда. Да, на портале просто. Дракона Тиван получит и на Шор для Тиван. 5000 золота преимущество Тиван. Идут в Т2 на топе. Унер, ну так, пугает пока. Гума будет паукать. Оп, цепорчи по попе. Попе двоих выкидывает. Так, стрела мимо, правда. Корни. Цепанули Зиуса. Зиуса должны убить. Зиус умрет. Умрет ли кто-то в размен? Гума дофлешивается. Ой, Керри тоже умер. 2-1. Стрела Гума. Ой, чуть-чуть не попал по Макаю. Окей, 2 килла нашли Джинджи. Хороший ульта Поппи. Ну, хороший ульта Поппи может здесь переворачивать драки, в теории, еще для Джинджи. Ну, очень тяжело. Чуть-чуть подзалили здесь Иван. Фейкер с Рабадоном. 3 предмета Ари! 3 предмета Ари, 3 предмета Варус. На шорт 2.30, третий дракон 2 минуты. Full outscale draft. Стильный Джакс. Полный контроль карты. Как это можно проиграть? Никак. Это третий дракон, это хикстековая душа потенциальная для Тивон. Так, дракона стартанули, Тивон. Джинджи смотрит на контест. Керри, опасно. Кейн пока на топе, то пойдет. Хук по Кейнину. Кейнин вышел. Ульта Варуса мимо. Очень больно паукает Фейкер. Кейн в зоне тонера. Керри летит в спину. Ой, Гума, шишка. Там в спине Джакс его откинули. Дракона забрали. Выкинули отсюда Ари. Онер может умереть. Джинджи. Дальше по Зиусу работают. Зиусу больно. Ресет. Не ресет, не получает. Зиус пока танчит под ешкой. Зиус. Зиус пытается. Чарм. Фейкер пытается доиграть. Фейкер тоже умирает. Разваливается Тиван. Гума. И Гума умрет последний. И Гума убили. Это на шорте Джинджи. Это полный разворот карты. What the fuck? Как они выиграли эту драку с таким отставанием? Как это было все близко? Как это было все близко? Эту игру невозможно было проиграть. Как вы это сделали, Тиван? Но дракона забрали, Тиван, кстати, третьего. Да какое проклятие, чат! Бля, ульта Поппи, то, что он выкинул отсюда Фейкера, супер. Чё, Вяткайтил, убили Онера. Ресет не дали. Фейкер в конце просто ультанул. Пытался, да есть Чови флэш, вы... Как же они раскайтили, боже мой. Фейкер в ахуе. Видите, что Фейкер сказал? Фейкер сказал, Старков, ты заебал. Так, Фейкера поймать пытаются. Фейкер. Фейкер все сайдстепает. Золото сравнялось. Золото сравнялось. 2 минуты у Джинджи с Нашором. Керри, хук, пока не нужен, есть. Копье. Ульта только по Макаю. Лихенс выйдет, очень больно Тиван. Лихенс, кстати, тоже больно. Там мидвышку забрал, да? Кин. Кин Т2, он почти Т3 там уже забрал. What the fuck? Фейкер. Фейкер на ресет. Кин. Ой, ебать, тут вышка, 1 хп. Но Т2 на топе они додушат все-таки. Тиван пошли просто мид-дефать. 2 минуты до дракона, Т2 на топе забирают Джинджи. Еще деньги для Джинджи, они выходят вперед по золоту. Ну, че, контестить будем, Тиван? ТП идет на бот от Зиуса, идут контестить. Потихонечку пытаются пройти Кири. Дропает вижен какой-то. Пошли корни. Сразу стрела. По Онеру играют просто, по Онеру. Копье попало, Онера пробили. США! О, поймал Фейкера! Кин! Минус Фейкер. Лихенс в размен ушел. Онер, ульта по двоим хорошая. Скерри, ресета найти можно. Минус пейс. Тиван
могут развернуть драку, хотя так поймали фейкера. Ты тоже умрет. Это душа для Тиван. Чови. Ну только чудо какое-то поможет. Чови. Выпрыгивает. Тут Керия. Хук по Чови. Дотерпел. Это когда по миду. 50 секунд. Там один Кэнин. Но вы что он это задефает? Они убили фейкера и проиграли драку, как пейстрел. Кэнин против четверых. Что он может сделать? 7 секунд до Лихенса. Кэнин. По воеву играет с ВША Жоня. Его застанет, его убили. Воева нет, он там еще один подходит. 15 секунд. Лихенс. Лихенс пытается выиграть время. Лихенс. Лихенс умирает, ТП идет от фейкера ГГ. Тиван обыгрывают Джинджи спустя столько поражений в сериях. 3-1 в полуфинале чемпионата мира и выходит в гранд-финал чемпионата мира третий год подряд. Они обыгрывают свой криптонит в таком важном матче. Как они это делают? Я никогда не перестану этому удивляться, как они это все время делают. Как? Просто психи. Гранд-финал BLG против T1. Главное, по привычке кубок не начать сейчас брать. Браво. Гении. Просто гении. Они были в одной карте от того, чтобы реально не выйти на Worlds. В одной карте, чтобы не выйти на Worlds против KT. И это пиздец, я не знаю, как они это делают. Это просто непонятная команда. Каждый чемпионат мира это с ними происходит. Откуда они это берут в себе? Да, Чови опять не доходит до финала Worlds. Это жизнь. Это просто жизнь. Ждем интервьюху. Ждем интервьюху. Ебать, зал орёт. Гума. Поехали, интервьюха с Гумой, слушаем. Un tonnerre d'acclamations pour vos deuxièmes finalistes, troisième fois d'affilée, T1 et Gumayushi. T1 et Gumayushi, par quoi payer? Genji les a battus 10 fois d'affilée, avant qu'ils arrivent finalement à les battre aujourd'hui et se hisser une fois de plus en finale. Quel a été le facteur déterminant aujourd'hui? Джинджи выиграли вас 10 раз до того, как вы наконец их обыграли сегодня. Расскажи об этом, почему сегодня было по-другому. Потому что это Worlds. C'est les Worlds, et on sait que pendant les Worlds, T1, c'est une bête absolument différente. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Est-ce qu'ils sentent, eux, justement, quand ils jouent ces matchs, qu'il y a quelque chose de différent? I have to follow up on this, because we keep on hearing that T1 нужно продолжить, мы продолжаем слушать, что T1, другая команда на чемпионатах мира. Чувствуешь ли ты эту разницу на чемпионатах мира? Чувствуешь ли ты, что вы другое, просто зверь? На чемпионатах мира. Personally,
Лично я, да, как-то я гораздо больше фокусируюсь, и я вхожу в поток. Вот он, поток. Он входит в поток на Worlds. À avoir les bons résultats, les résultats attendus pendant les Worlds. Et je me rappelle que quelque chose qu'il a dit l'an dernier en interview, c'était justement avant d'arriver en finale, que c'était T1 qui dictait la méta aux Worlds l'an dernier. Et je me demande, dans une méta aussi ouverte que celle qu'on a cette année, est-ce qu'il a un sentiment similaire? I remember that я помню, на сцене в прошлом году, когда у тебя было интервью, когда ты вышел в финал, ты говорил, что типа настолько сильны сейчас, потому что мы диктуем мету. Есть ли у тебя сейчас такое же чувство, что вы диктуете мету? I can say for sure that we have the best meta read so far, and we are dictating still. Да, мы все еще диктуем мету. Vision de la méta, et évidemment, dès qu'il s'agit de dominer, c'est le cas de T1, et c'est encore le cas cette année pour les championnats du monde. Все, такое быстрое интервью. Au début de cette interview. C'est la troisième fois consécutive que T1 arrive en finale des Worlds. Troisième fois consécutive que ce roster arrive en finale des Worlds. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu par le passé dans l'histoire de League of Legends. Il y a forcément quelque chose à dire sur sur cet achievement qu'ils ont réussi à faire. This is the third time. Это третий раз подряд, когда вы выходите в финал чемпионата мира одним и тем же составом. Что ты можешь сказать по поводу этого достижения, что это для тебя значит? World 결승이라는 게 참 프로게이머들에게 꿈의 무대인데 이 로스터로 세 번이나 올 수 있음에 감사하고요. 이번에도 좀 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다. World's Finals is the dream stage for финал чемпионата мира — это мечта любого профессионального игрока. Я невероятно благодарен и рад, что мы можем одним и тем же составом три года подряд выйти в финал. И я надеюсь, что на этом чемпионате мира у нас уже будет хороший итог. Arriver en finale de championnat du monde, c'est le rêve ultime de tout joueur de League of Legends, et il est vraiment heureux, honoré d'avoir réussi à avoir réussi à faire ça justement avec les mêmes joueurs, avec le même roster, et il espère justement que la semaine prochaine, il arrivera à honorer justement cet achievement, peut-être avec une victoire à nouveau. Et je me souviens quand... En interviewant Bean hier, il les attendait. Il attendait de pouvoir affronter T1 en finale des Worlds, et c'est chose faite. C'est le match que nous aurons la semaine prochaine. BLG contre T1, et on sait ce que T1 arrive à faire contre la LPL. Но про BLG надо спросить, да. On va voir ce que Kumayoshi peut en penser. When I had Bean for interview yesterday, he said that he wants... Когда был Бин вчера был на интервью, он сказал, что он хочет сыграть против вас, он сказал, что хочет обыграть действующих чемпионов мира и вернуть титул для LPL. Есть ли у тебя какое-то сообщение для Бина и для BLG, которые будут вашими оппонентами в следующей неделе? Ну давай, сказани, что вы Китай всегда выигрываете на чемпионате мира, Гума. 제가 작년에 했던 말을 잊지 말아야 될 겁니다. You better not forget what I told you last year. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit l'an dernier. Я прослушал, что он сказал, но что-то про прошлый год. Мы сделаем то же самое, что и в том году. Du coup, Paris, pour conclure. Я что-то этот завтыкал. Гума. Гума. Бля, ну финал BLG против T1, это прям синема. Это должно быть круче, чем Weibo. Я думаю, что финал должен быть потный. BLG выглядит очень хорошо. Говорит, трахнет всем. Трахнем всех, да. Так и было. On a passé deux semaines absolument incroyables tous ensemble. C'est notamment grâce à vous. J'ai vu tout le soutien que vous avez apporté à T1, tout le soutien que vous avez apporté. Vous vous souvenez de mon réponse l'an dernier, donc j'ai préparé un cadeau qui n'est pas que de ma part, qui est de notre part à tous. Vous allez voir.
Я хочу сказать спасибо большое всем фанатам, командам, но и фанаты хотят сказать спасибо вам. Они очень хотели увидеть вас, и у нас есть подарок. У Франции есть подарок для вас. Огромный круассан. И он его будет есть. Захавал, кайф. It's good. It's good. It's good, говорит. When we see that all first here on the Paris stage, BLG versus T1 will be your 2024 BLG T1 finals. Финал следующую субботу. Как же жестко, конечно, то, что Тиван 3-1 опять! Опять они закрывают сильнейшую команду весь год 3-1. Я охуеть! Невероятно! Это невероятно, как они это делают! Как? Я до сих пор не понимаю. Это просто шок-контент.